Здравствуйте, дорогие друзья! У нас пришло время, когда спеть черешня. Это майка, самая ранняя черешенка. Но перед нами стала другая проблема. Ее также любят скворцы, воробьи и многие другие птицы. И в прошлом году у нас случилось так, что когда она доспела до вот такого вот цвета, ее просто в одно утро не стало. Что же мы сделали? Муж записал на флешку звуки хищных птиц. Вы слышите? Это не настоящие звуки, это не настоящее пение. Это звуки с колонки, записанные на флешку. И ни одной птички рядом с нашим садом нет. То есть у нас есть теперь возможность спокойно собрать свою черешню. А потом уже и птичек милости просим. Вот такая вот небольшая хитрость. Не знаете, как избавиться от птиц в саду? Вот вам способ. Помогает 100%. Черешенку выберет на полу, которая на земле лежит. И жует. Только косточки после него остаются. Вот такой мы любитель. Ягодки. Все, косточку мы не едим.